Христиане западного обряда с самого утра собрались на праздничные рождественские службы. На богослужение в католический костел Святого Николая пришло несколько сотен человек. Побывал там и Артем Хоменко. В костеле Святого Николая в Киеве идет рождественская служба. Мария и Оксана – католички. Уже почти 10 лет в этот день приходят сюда помолиться. Мы не строгих традиций, с детства их не придерживались. Пришли в веру уже во взрослом возрасте. Сейчас поедем отмечать к друзьям, кумовьям с детьми. И сделаем им детский праздник, и будем славить Господа. Но вот так, чтобы четко 12 блюд на столе, такого нет. Рождество у католиков мало чем отличается от православного. Месяц до праздника держат строгий пост и исповедуются. Первую звезду встречают в кругу семьи за столом. На ночь или утром идут в церковь на службу. Моя семья, мы праздновали 6-7 января, а в этом году с мамой решили прийти сюда. Возможно, теперь у нас появится новая традиция. Весь мир же празднует Рождество 25-го. Католикам в этот день нельзя работать, шить, ссориться и сквернословить. В церковь нужно идти только в новой одежде. Не страшно, если человек не знает всех-всех традиций, которые есть. Нам дается 10 заповедей, но закон один – любить Бога и любить людей. Одна главная традиция. Рождество католики празднуют 8 дней, до 1 января. Артем Хоменко и Антон Куница, UATV.